Доступная среда для инвалидов в театрах и музеях может обойтись государству в 50 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель министра культуры Владимир Аристархов на Международном культурном форуме в Петербурге. И как раз сегодня отмечается Международный день инвалидов. Праздник был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН еще в 1992 году. Его цель – обращение внимания населения на проблемы лиц, утративших трудоспособность, защита их прав, свободы, достоинства, возможность их участия в общественной жизни. Сейчас меньше 10% населения России – люди с инвалидностью. Согласно данным Минтруда, около 190 тысяч людей с нарушениями слуха, 120 тысяч инвалидов по зрению, 240 тысяч инвалидов-колясочников.